Я радий представити вам гостя, яка завітала до нашої студії. Це Марія Вертовецька, керівник гуртка юних дизайнерів. Вітаємо вас, дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. І сьогодні ми будемо робити не просто прекрасні речі, ми сьогодні будемо робити, як я розумію, кусудаму. Ну, ми будемо робити декоративне украшення для оформлення нашого інтер'єра праздничного. До тих слів, які я не розумів на початку ефіру. Вона щось мені тут таке матюки якісь розповідала. Знаєш, мені не один ти не розумів. Вчора ділилася з нашим режисером про те, що будемо робити кусудаму, на що Катерина спитала, кусу що? Кого кусати будемо? Ну, это не совсем кусудама, это, можно сказать, как один из элементов ее. То есть немножко более упрощенная версия, но в то же время не менее красивая. Итак, как ее делаем, что для этого необходимо? Это у нас необычайная кусудама, это у нас ведь у них пуансетия. Про пуансетию мы уже сказали. Это рождественский цветок, рождественская звезда. На сегодня все, сегодня мы сделаем с вами ее. То що нам для цього знадобиться? Я так розумію, папір у нас сьогодні головний атрибут. Да, совершенно верно. Значит, нам понадобится альбомный лист, желательно, конечно, для оригами, который цветной. Нам понадобится чем отличается ножницы. Обычная бумага для бумаги от оригами? Ну, цветом. Не только ценой, но и цветом. То есть нам понадобится цветной, цветная бумага, так как бы красный цвет мы выбираем, цвет цветка. И будем сейчас создавать. Здесь есть подготовленные элементы, специально, чтобы мы успели собрать с вами ее. Я покажу, как сделать один из таких вот элементов. То есть мы робимо перший элемент. Да, так, сейчас мы... Показать, что мы будем выготовлять, ось, дорогие друзья. Да. Красивый лепесточек такой. Да. Гоу-гоу-гоу. Значит, еще раз, нам понадобится для этого бумага, нам понадобятся ножницы, бумаги два цвета мы берем, красный и зеленый, ленточка, клей-дракон, да, и приступаем к изготовлению нашего праздничного украшения. Мы берем альбомный лист наш цветной, складываем, но не до конца, делаем практически квадрат, пополам, да? Да, мы отгибаем уголок, теперь мы отрезаем. Можно делать с линейкой и с карандашом. Для этого, получается, понадобится один квадрат, точнее не один, три квадрата размером 21 сантиметр. И маленькие квадратики нам понадобятся. Их понадобится 9 штук для того, чтобы оформить вот так вот внутри красиво, да. Нам понадобится 9 таких квадратиков. Маленькие квадратики каким размером должны быть? 8,5 сантиметров. Ну, можно, опять-таки, тот, кто не делает с линейкой, мы можем остаток этой бумаги использовать. Точно так же загибаем уголок. То есть у нас уже все, если делать так, как мы делаем, у нас все должно получиться. Да. Сейчас. Мы отрезаем. У нас с одного остатка получается два квадратика. Да, два квадратика, совершенно верно. А с всего еще остатку можно еще квадратики наработать? Нет, это уже совсем будет миниатюрная работа. Значит, мы берем сейчас наш квадратик и намазываем уголок клеем. Сейчас, минутку. Клей должен быть именно дракон или подойдет любой? Ну, желательно дракон, потому что он более быстро схватывает наши декоративные элементы. Все скрепляет очень быстро. Так. Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем, открыли нарешті клей и теперь продолжаем, мы будем клеить. Значит, продолжаем. Подклеиваем уголок нашего квадратика. Нам достаточно чуть-чуть, одна капелька. Да, совершенно верно. Очень немного нужно клея для того, чтобы подклеить уголок. И просто подклеиваем стык в стык, да, уголка. Ну, пока, в принципе, ничего сложного. Да. Да. А маленький квадратик мы немножко сделаем чуть-чуть иначе. Давайте я вам поможу, немножко подержу. Да. Мы возьмем тоже, намазываем уголок. Мы тоже прикоснулись к прекрасному. Да, но возьмем немножко, да. Отступим расстояние небольшое, где-то пол сантиметра, около 5 миллиметров. А почему? Ну, так скажем, будет более красиво. Вот, дорогие друзья, вы сейчас оно отличается, можете вот увидеть, по размеру, и тем самым как бы объем появляется такой интересный. Этот тоже может вам помочь? Ну, можно. Наши подержать. Ручки готовы. Да. Хорошо. Значит, сейчас. Знаешь, что пока нагадывает? Можем сделать маленький внутренний у нас элемент уже лепестка. Есть заготовочка, которая уже склеена.
берем ее, сворачиваем к друг дружке. Угу. И нам необходимо этот уголок будет подклеить внутри тоже, между собой, в серединке лепестка. До речі, знаєте, що нагадує ось парасольку. Таку форму? Парасольку, або в школі в дитинстві робили ось ці на жабенята. Жабенята, так. І вигадували, там якісь написали щось так далі. Нагадує. Да, так, і в мене начебто вже приклеїлось і начебто не розривається. Добре, так, зараз. Є. Та ділимо далі. Зараз от маленьке. Так, так, і зараз, значить, маленьку ми відкладаємо. От у нас вже вийшло. Можете подержати що? Вже не нужно. Получився такой декоративний элемент. Пусть Витя з помощью. Теперь сворачиваем большой лепесток наш. Тоже по так той же самой схеме. Пополам, но не сгибая краешек лепестка. Угу. То есть мы сгибаем так пополам. И точно так же, как маленький, мы подклеиваем в серединке. Сейчас тоже намажем клеем здесь серединку нашу. И будем подклеивать. Придерживаем, чтобы клей как можно быстрее схватился. Давайте мы вам и в этом поможем. Мы хорошо построились. Да, хорошо. Я хочу сказать также сейчас такой вопрос. Вот, скажем так, сейчас как бы разжевывая для нас, для телезрителей, но вообще вот уже умея и зная принцип, за сколько можно сделать вот такой цветок? Опытному человеку, я думаю, хватит около минут 30-40. Если уже, конечно, новичок это делает, то, наверное, уже около, наверное, часа, ага, полутора. Если это то дети, допустим, брать. Часик, и можно уже, да, будет и будет готово. Да. Ну, честно, очень невероятно. Во-первых, соединение. Я думаю, что зрители согласятся, на камере так вообще выглядит очень прикольно. Красный и зеленый, это всегда красиво. Я клиночек. Еще можно так покрутить. Так, есть. Вроде бы приклеилась, да? Что мы делаем дальше? Теперь мы берем наш вот этот элемент, лепесток. И вот вы видите то, что у нас тут. Можете подержать, пожалуйста. Видите, что у нас тут внутри проклеены лепестки. Мы начинаем потихонечку оформлять точно так же здесь внутри лепестки наши. Тоже загибаем пополам. Сейчас сделаем быстренько, чтобы мы успели. Так уж хочется не спробовать, а обычно не сломать. Давай, не переживайте, давай, у вас зараз все может получиться. Рядом. Давай сделаешь себе пинагом. Загибайте пополам вот этот уголок. Да, все правильно. Совсем правильно. Желательно, чтобы вот эти уголки внутренние, они совпадали. Да, и можно, ага, ой, ну сюда и можно подклеивать, так. Да. Да глянь, у меня вышло! Вышло. Боже, чари мне ручки. Так. Да, такие у нас очумилые ручки. Зараз. Параллельно. Как завжди, крапелька вылетит в литр. Я дуже экономна дівчина, тому у мене все гарненько. О, ось так вийшло, друзі. Пальці зараз приклеїли. Надо потримати трошки. Так, держим. Ну що ж. У нас також є листочки, лепесточки, мені хочеться їх показати, тому що наша мастериця їх тільки що кожен лепесточок вилаживала. Да, смотрите, да. Вот сейчас они уже вот такие фигурные. Это не заготовка в плане того, что бумага какая-то рельефная. Это вот надо как-то уметь сделать такой рельеф. Как да. Это делается, сейчас покажем, но а перед этим заготовки, да? То есть мы произвольно, да, рисуем. Нам нужна, опять-таки, зеленая бумага. Мы берем, рисуем лепесток. Точнее, вот листик наш. Да. Он обычный, ну, то есть как бы соответствует нашему цветку по анцентии. И берем и начинаем его сгибать потихоньку. Так, то есть мы создаем его, да, линии, да, на нашем листике, более чтобы натурально смотрелось. Мы два раза прогибаем, угу, чтобы был. Створим ребро по довжині, скажем. Натуральный листик, да. И начинаем каждую жилку внутри нашего листика трошки выгибать. Так. Да. Так, от этого реберца, скажем так, до кутів. Да. От нашого основного ребра. Mm-hmm. І получається от такий листик. І набирає немножко об'єму нашому листочку. Да. Да, о. Я б чесно мудрував би. Як би його так зробити? Я б зробила так, шмяк. Я б якось вигинав ось так, не знаю, якось спробував би, якось отак вигинати. От у нас вже вийшло готовий. Буквально 3 секунды и листик уже, готов. Смотрите, лодочка получилась. Да, можно и так сказать. Значит, теперь те наши маленькие лепестки, которые уже готовы, мы начинаем их проклеивать. Так приятно держать результат в руках. Начинаем проклеивать внутри. Так, внутри мы создаем. Каким чином? Мы подклеиваем низ лепестков, вот эту часть, и придерживаем пальчиками, чтобы проклеилось внутри. Угу. Так, опять-таки,
наши нижние уголки проклеиваем. Как здесь. Я понимаю, мы сейчас будем заполнять каждую нишу лепесточками. Да, совершенно верно. Так, опять. Крутяцки, хочу сказать, получается. Ну, можно создавать не только такие цветы, можно создавать очень много разных декоративных украшений. Это могут быть. То есть по этому принципу просто, скажем так, да, создавать что-то другое. Совершенно верно, да. Из этих элементов. Так, теперь. Ну, мне почему-то видится вот сейчас белое, точнее красное и зеленое, и вот в таких формах какой-то дракон. Что вот его можно бабахнуть. Я сейчас хочу сказать, у тебя очень бурная фантазия. Что позволяет ваша фантазия, можно придумать все что угодно. Ой, я боюсь, фантазия как позволит, бумаги не хватит. Клей дракон у нас есть, а вот дракону тут, конечно, да. Не, ну смотри, вот на чешую похоже огромную. Лепесток основной у нас получился. Мне зараз нагадує сердечко. Еще так перевернуть. Кстати, изделие к 14 февраля. Можно, да, совершенно верно. А теперь, чтобы у нас было больше похоже на лепестки наши, мы берем ножнички и подгибаем уголочки лепестка нашего. Мы его этим подкручиваем. Да, совершенно верно. Мы подкручиваем вверх и нижние лепестки. Для того, чтобы было объемнее и интереснее. Пробуем завивку наших хитрости. Ліна. Так, Нітю, я тебе чую. Щоб ти завжди мене слухала. А ніколи тобі такого не буде. Добре. Продовжуємо. Не хочеш, так і хочеш. Тепер починаємо зараз склеювати наші три частини. Тобто у нас виходить три таких елемента, які ми зараз будемо склеювати між собою. Має бути три частини. Можна додати більше, хто можна. Це состоїть з чотирьох частей, здесь із трьох. Значить, ми беремо, проклеюємо одну сторону і, ну, немножко відступив від самого верха. Я хочу, друзі, сказати, якщо ось так подивитися, то не скажеш навіть, скільки частин у нас складається. Квіточка, то й квіточка. Так, лише подивившись. Та й тут не скажеш, скільки частин у нас складається. Так, дивимося тепер, як склеїмо. Так, тепер от ми намазали клей. Один лепесток и начинаем соединять его с другим. Так, я тобто тут біля основы, так и. Да, около основания. И теперь мы сюда якось ще вклеїмо. Сейчас, да, вклеим третью часть. Я думаю, что она влізе просто. Проклеивает. Як злита. Сейчас мы немножко подержим. Так, можно показать. Это я поднимаю. Намажем. Третью часть надо проклеить с двух сторон, так как у нас уже два лепестка. Будуть контактувати відразу з двома. Оба-на. Вот так. Так, намазали. Свято наближається, свято. Так, приклеиваем сейчас. Приклеиваем. Инуся, давай клеим, потому что я смотрю, что клеим, эфир. Клеим, подклеиваем дальше. Бежит вперед. У нас остается буквально минута времени. Сейчас, я думаю, мы успеем. Третью часть, вот уже у нас получается такой красивый цветок. Вот такая классная штука получилась у нас. Вот аналог этому, дорогие друзья. Мы еще добавим лепесточки и будет. Хотелось бы еще спросить, вот лепесточки. Мы их проклеиваем, я так понимаю, здесь вот, да, в двух частях. Давайте покажем, сейчас я подержу. Проклеиваем у основания. Да, и вот здесь вот мы покажем хотя бы. И пока мы робимо останні штрихи, я хочу вам нагадати, мої дорогі телеглядачі, що сьогодні ранок з вами зустрічав Віктор Дідченко. Інна Савіцька. А зараз із нами майструє ось таку неймовірну красу Марія Вертовецька, керівник гуртка юних дизайнерів. І дійсно, ми сьогодні також стали юними дизайнерами. Завдяки вам, дякуємо вам за це. Звичайно, ось таку красу ми сьогодні зробили. Ось варіант. Тепер ми можемо вам подарити. Боже, спасибо большое. Красиве, декоративне. У нас вже скоро як в полі чудес. Буде ось такий різдвяний подарунок ми отримали. І хочемо ще раз привітати вас, наші дорогі, із святим вечором. Сказуємо, Христос народжується.